Так, не помню, говорила или нет, выяснилось, что мы тут, оказывается, еще и в Дагестан заехали немножко. Там маленький кусочек Дагестана и снова Чечня по дороге. Много есть вот таких вот зон отдыха. Можно присесть, покушать, выпить, прилечь, если разморило. Плетень. Людей для такого места, конечно, многовато. Вон есть еще столик со скамеечкой. Сейчас я посмотрю, как тут можно спуститься поближе. Ой, там кто-то прям пошел куда-то, прям по озеру. Люди прямо пошли куда-то вниз-вниз. Пойдем сейчас туда сходим, посмотрим, что там как.